Для школьников участие в олимпиадах открывает множество дверей. Победители и призеры получают привилегии при поступлении в вузы. Ксения Волкова из Кирова с 8 класса увлекается психологией, и первое место во Всероссийской олимпиаде по этому предмету стало одним из поворотных моментов в ее жизни. Сейчас девушка учится на первом курсе Института психологии и образования КФУ. Узнала я КФУ от наших преподавателей. Они говорили перечень востребованных вузов, и среди них был КФУ. Вообще вуз активно развивается, и все чаще вижу его в рейтингах. В целом статус Института психологии и образования КФУ и самого вуза значительно вырос за последние годы в рейтинге абитуриентов. Подразделение предлагает своим студентам активную научную, творческую и общественную жизнь. Я потихонечку втягиваюсь, осваиваюсь новый город, деревню Универсиады, потихоньку, и с каждым днем становится все интереснее, появляются новые знакомые. Действительно активно развивается университет, видно, постоянно идет ремонт, все совершенствуется, и это не может не радовать. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.